скучный русский, я приветствую вас. Здравствуйте! А теперь давайте вместе. В каком месяце? В январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. В каком месяце ваш день рождения? Мой день рождения в октябре, а ваш? В каком месяце день рождения вашей мамы? День рождения моей мамы в апреле. В каком месяце день рождения вашего отца? День рождения моего отца в мае. В каком месяце день рождения вашей сестры? День рождения моей сестры в марте. В каком месяце день рождения вашего брата? У меня нет брата. А в каком месяце день рождения вашего брата? В каком месяце отмечают эти праздники в США? Отмечать, отметить. Новый год. Новый год отмечают в январе. День труда. День труда отмечают в сентябре. День благодарения. День благодарения отмечают в ноябре. День Святого Валентина. День Святого Валентина отмечают в феврале. Рождество. Рождество отмечают в декабре. День ветеранов. День ветеранов отмечают в ноябре. День матери. День матери отмечают в мае. День отца. День отца отмечают в июне. День президентов. День президентов отмечают в феврале. На сегодня это все. До свидания.